В районе началась уборка зимнего ячменя. Ни для кого не секрет, что нынешний год стал настоящим испытанием для наших земледельцев. Ранняя зима, дождливая весна существенно повлияла на урожайность зерновых. Но тем не менее, фермеры не падали духом, приложили все силы и средства, чтобы вырастить качественный урожай. В Кашкабльском районе, значит, 25 числа где-то ориентировочно приступили к уборке урожая зимних зерновых культур. Значит, в Кашкабльском районе было посеяно около 15 тысяч гектаров озимых зерновых культур, в том числе 1740 гектаров озимого ячменя и более 12 тысяч гектаров озимой пшеницы. Также было посеяно зимующий рапс на площади 700 гектаров. На сегодняшний день, значит, приступили, кроме Ходзинского и Волинского сельского поселения, все сельские поселения к уборке ячменя. Если сравнить с прошлым годом, то в этом году они приступили позже, где-то дней на 10, на 7, на 10 дней позже, чем в прошлом году. По урожайности, значит, начали неплохо в районе. Средняя урожайность в районе на сегодняшний день где-то около 49 центнеров по району. Значит, если взять отдельно по хозяйствам, то такие крупные хозяйства, как Кушнаренко, Зехов, они показывают 40-45 центнеров. Брянцево до 60 центнеров показывает. В Егерухайском сельском поселении отдельные фермерские хозяйства мелкие показали более 60 центнеров по ячменю. Но если сравнить с прошлым годом, то у нас в прошлом году была средняя урожайность ячменя около 45 центнеров. В этом году мы начали чуть больше урожайности. Но погодные условия тоже, конечно, внесли свои корректировки. Как бы это и зима, зимний период, это и ранняя зима. Во время осеннего сева как бы и дожди мешали, и ранняя весна, зима пришла. Весенний период, это паводки, которые были у нас, всего было затоплено сельхозкультура около 6 тысяч гектар, в том числе где-то около 2 тысяч гектаров, только озимых было под водой затоплено. Ну, фермеры нашего района сделали все возможное для того, чтобы приступить к уборке и нам молотят неплохой урожай. Они также, значит, к уборке было приготовлено в районе около 125 единиц уборочной техники в районе. Сегодняшний день, значит, готовность уборочной техники где-то около 85%, 80-85%. Но, значит, к основной жатве, это уборки озимой пшеницы, где убирать более 12 тысяч гектаров, значит, будет готовность, я думаю, 100% уборочной техники. Со стороны мы, значит, на уборке озимых колосовых, со стороны мы не привлекаем техники, своей техники хватает. Значит, в фермерских хозяйствах есть свои склады, куда они сейчас засыпают уже ячмень, потому что сейчас продавать его как-то нереально. Цены низкие в этом году как-то, к сожалению, большому сожалению. И они практически все будут хранить у себя. Все, что зависит к уборке, значит, провели предуборочное совещание с участием и МЧС, и полиции, и ГАИ. Все моменты основные были обговорены, так что у нас в районе полная готовность к уборке. Я думаю, и урожай будет достойный в этом году. Какие-то прогнозы делать про урожайность по поводу пшеницы еще рано, да? Ну, значит, виды на пшеницу, значит, они как бы неплохие на сегодняшний день. Где-то до уборки пшеницы, я думаю, в течение 10-12 дней мы начнем уборку пшеницы в районе. Виды на сегодняшний день неплохие. В весенний день, конечно, были какие-то тревожные моменты, это по болезни, особенно это болезни, значит, болезни, они присутствовали из-за влажной погоды, весенней влажной погоды, но все необходимые мероприятия по борьбе с болезнями фермеры провели, и я думаю, что на сегодняшний день виды неплохие, я думаю, что не хуже, чем в прошлом году тоже будет урожайность озимой пшеницы. На этой неделе глава района Заур Хамирзов вместе с начальником управления сельского хозяйства посетил поля района, где полным ходом идет уборка озимого ячменя. У нас всего озимых чуть больше 13 тысяч гектаров, из них и 6 тысяч ячменя. Вот мы уже последние 3 дня начали уборочную страду, убрано более 200 гектаров. Сейчас средняя урожайность это около 50 центнеров с гектара, что очень неплохо. Всего во время паводка в конце мая пострадало более 6,5 тысяч гектаров. Это Натыбовское поселение, Майское, Чепсинское, Игнатьевское и Гурухаевское поселение.
серьезно пострадали. Кое-где пришлось пересевать, скорее всего, кое-где придется даже списывать урожай. Погода серьезно влияет на уборочную страду, тем более зима была, сами знаете, длинной, затяжной, холодной. Весна была дождливой вплоть до паводков, но сейчас первые вот показатели все равно они радуют. Могло быть намного хуже. 50 центнеров – это очень даже неплохо. Первое, что посетил Заур Хамирзов, это поле индивидуального предпринимателя Алексея Кушнаренко, который является одним из крупных фермеров Натырбовского поселения. В момент приезда руководителя района здесь завершалась уборка ячменя. В хозяйстве также имеется рапс, кукуруза, пшеница. Урожайность озимого ячменя составляет около 45 центнеров с гектара. Руководитель хозяйства отметил, что климатические условия заметно затруднили в этом году уборочную страду. В этом году очень тяжелый год создался, все прекрасно его наблюдали и видели, какая холодная была зима, холодная очень весна с обильными осадками, которая принесла нам большие хлопоты по уходным работам. Очень много приходилось вносить всяких химии, работать по болезням, по сорнякам, неоднократно затраты составляли. Плюс обильные осадки пооткрывались, старые, даже давно где не было, мочаки, родники, и усложняется. Уборка очень сложная, уходные работы сложные. И как бы повлияло. Урожай заложен неплохой, как вы видите, даже по стырне, поэтому, но убрать, если уберем, то урожай будет хороший. Но будем стараться. Одновременно следом за уборкой подготавливалась почва под сев подсолнечника. Оперативными темпами жатва зимового ячменя проводилась и в хозяйстве Зураба Зехова. Всего в уборке было задействовано 5 единиц техники. Урожайность составила 40 центнеров с каждого круга. В ближайшее время здесь планируется уборка главной сельскохозяйственной культуры пшеницы. В ходе встреч с фермерами глава района интересовался ходом уборки, влиянием весенних паводков на урожайность, соблюдением правил противопожарной безопасности и планами земледельцев на будущее.